Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. И кто иногда заглядывает на мой канал. На канале Томата больше, чем любовь, Светлана Чернова. Живу я в Чувашии на Средней Волге. И все ближе уже посевной период, когда мы начнем массово сеять томаты. Заканчивается уже, идет к концу третьей декады января. Часть томатов уже мы будем сеять в феврале. Можно в конце первой декады, в середине февраля. Смотря какие томаты. Высокорослые томаты, естественно, до середины марта не ждем. Сегодня я взяла для обзора несколько томатов, где есть слово «алтайский». Вот очень полюбились мне. Вот три сезона я сеяла алтайский розовый. Сибирская серия, фирма «Поиск». Ну, прелестные томаты. Крупные плоды, отличного вкуса, среднеспелый. Только положительно о нем могу говорить. Почему? Потому что вот с первой кисти, как начинают, низко он завязывает. И вот все такие томаты. И очень они красивы, очень вкусны. И до 500 граммов написано. Вот. И мне из Москвы привезли. Название, конечно, очень замудренное. Продавец и кто фасует эти семена. Просто вот тут «А» написано. Фирму не знаю, тоже среднеспелый. Томаты того же, высокорослый, среднеспелый, идентичные вот эти. Я уже для себя посадила вот в сезоне 2022 оба томата. И сибирской серии алтайский розовый, и вот просто алтайский розовый уже в Химках у них вот производитель сидит. Поэтому один из них, алтайский розовый, я уже за... планировала, и семена уже свои сделала, и из этого, и из этих томатов. Конечно, когда планируешь посевы, смотришь, сеять томаты для употребления, это потом смотрю дальше, в феврале, в середине февраля для сеять томаты для получения семян. Ну, я, конечно, так не подразделяла. Хороший, красивый томат, вырос, без изъянов, делаю семена. Где есть еще из этой сибирской серии алтайский мед. Очень его хвалят. Я его два сезона выращивала. Очень вкусный томат, красивый, но никак у меня томаты не вот такие. Возможно, пересорт, хороший пересорт. Я уже семена из своих сделала, но здесь еще семена остались. И третий сезон все же я хочу попробовать опять-таки. Вот это уже свои семена, алтайский мед, вот 2022. И там семечки остались, буду пробовать. И своих семян еще в этом сезоне не посею. Алтайский мед. Но что скажу, и пересорт очень хороший. Очень вкусный, сладкий томаты, но не сердца. Ну, как сказать, немножко усеченные сердца, или как сказать, и цвет посветлее. Здесь, конечно, сравнение очень красивое. Вот. Вкуснее бычьего сердца, но сравнение очень красивое. Ну, и томат вкусный, ничего не скажу. И глядя вот на эти три томата, вкусных томата, урожайных томата, я решила приобрести томат алтайский красный. Плоды великаны, невиданная урожайность, отменный вкус. Высота, конечно, чуть меньше, эти, да, 1,80 м, по-моему, если я не навру. Не высокие это томаты. 130-150, меньше ростом, но весом до 500 граммов. Фирма «Уральский дачник». И вот у меня такой, кто выращивал алтайский красный, к моим подписчикам и гостям отзовитесь, понравился ли томат, какой он по вкусу, по урожайности и по всему. И, естественно, был там алтайский оранжевый, но как не взять? Как не взять уральская усадьба? Так, то же самое, сянир среднеспелый до 500 граммов. Хочется посадить, но и вот ребристость есть немножко, вот если с этими томатами сравнить.
хочется попробовать, посмотреть. Вот алтайский розовый, красный и оранжевый. И еще одно, значит, я вместе покупала с этим вот томатами, семенами, не томатами, семенами, естественно. Алтайский шедевр. Очень урожайный, крупноплодный, выносливый, не растрескивается. Высота тоже 150-180, масса 400-500 граммов. Тоже среднеспелый для закрытого и открытого грунта. Но если говорится для закрытого грунта первым делом, я всегда на это ориентируюсь. Если сказано для открытого грунта и больше ничего не оговаривается, стараюсь сажать для сеять для открытого грунта. Вот у меня томаты из серии, из сибирской серии вот эти томаты и от разных фирм получается. Стоит их сажать, вот эти, вторую половину томатов, или не стоит? Но я, конечно, все три, может, даже не посажу, но красный, наверное, скорее всего, будет. Пока-пока!